Украина должна укрепить свои границы на фоне российской агрессии, а Соединенные Штаты должны ей в этом помочь. С таким предложением выступила группа республиканцев из Палаты представителей Конгресса США. Соединенным Штатам необходимо оказать всю возможную помощь Украине для противостояния России, утверждают представители республиканской партии в Конгрессе США. Для укрепления украинской обороны Вашингтон должен передать Киеву ракеты земля-воздух, системы ПВО, и увеличить количество наблюдателей ОБСЕ, которые должны наблюдать за границей с Россией. Все это изложено в законопроекте под названием «Гарантии украинской автономии через укрепление обороны». Разработавшие его Майкл Маккол и Майк Роджерс намерены добиться от администрации США предоставления Украине критических возможностей, которые включают системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и другое тяжелое вооружение. Все это должно помочь Украине отразить агрессию РФ. Также американские политики убеждены, что США вообще не надо ни о чем договариваться с Россией, тем более принимать российские предложения о стратегической стабильности. Вместо этого все предложения отвергнуть, разместить в Европе дополнительное вооружение и сохранить политику в сфере ядерного оружия. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на днях провел видеоконференцию с этими политиками, получив множество советов перед переговорами с российской делегацией в Женеве. В рамках этой встречи еще раз прозвучало предложение отправить в Украину тяжелое вооружение. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.